Так, давайте крест делать, да? Я придумал как. То есть мы возьмем сейчас plane, вот здесь положим, и разделим его Ctrl-R, два штуки, оба, два, вот так. И эту сторону Ctrl-R, тоже два, есть. Так, теперь мы вот эти удалим. Вот эту и эту. Мы просто удаляем, как фейсы. Здесь мы сейчас сделаем следующее. Во-первых, мы ее утолщим, да, это понятно. И вот так сделали. Так, дальше мы должны с вами пойти в ребра. Вот как он переключается. Когда я беру Shift и Alt, включаю, он переключается с E. Я не всегда это замечаю, естественно, да? Так. Сейчас мы с ней поработаем. Теперь И. А, глупо сделал. Глупо сделал, извиняюсь. Возьмем И. Мы находимся в Edit моде. Ну. А, ну вот, все заработало. Возьмем И. Так. Теперь утопим. Е. Маленько утопим. Так. Еще раз И. И теперь еще раз поднимем. Уже. Нет, это Е. Вот так. И еще раз И. Ну. И. Иногда мне сводит это с ума. И вот так. И вниз. Вот это у нас белые полоски будут, поэтому я так сделал. Так, и вниз, да? И вниз утопили, все. То есть, как бы он у нас будет голубой, а вот это выделено будет белое. Сейчас продемонстрирую. То есть, давайте мы его вот сейчас выделим все, да? Так, сейчас, секундочку, я и себе хочу доказать, что все правильно сделал. Ну, да. Вот, и мы пойдем сейчас в новый цвет, скажем, материал кроиц, крест, кроиц, кроиц, и сделаем такой красивый голубенький. Да. Конечно. Ясно, что слипся, наверное, здесь с цилиндром с этим. П. Селекшн. Вот он теперь у нас. Вот этот. Выбираем. Этот, говорим, что Edit мод, выбираем весь, говорим, наш цвет будет вот так. Ну а в чем дело-то, ребят? Я понимаю, что чушь собачья получается. Почему? Вот ее нет. Зачем ты ее закрашиваешь? Сейчас разберусь. Все верно. Дело в том, что вот у нас основное это хаос. Допустим, да? Хаос. Раз мы в одной сцене хаос. И мы берем теперь вот этот вот. Выделяем его. Вот.
не весь выделился. Хотя там это уж не имеет никакого значения, но на всякий случай. Вот так. И для нее мы сделаем новый. И сделаем голубой. Новый. Сделаем голубой. Тогда они не будут смешиваться. И скажем осижен. Может быть даже чуть потемнее сделать. Сделать потемнее маленько. Ну, вот так. Вот так. Так будет красивый цвет такой. Так, ну вот теперь, что я и хотел. Взять вот этот. Секундочку. Вот это. Ребрышко. И его выделить. Ага. Не хочет, да? Свинья какая. И что мне теперь вручную это все делать? Ну, хотя бы периметр, да? Так, и теперь один раз на Ctrl плюс. Не пошел. Должен был вниз идти. Не пошел. Ладно. Туда вручную дальше. Ничего бы не забыть. Ничего и никого. Никто не забыт. И ничто не забыто. Здесь грани. Почему она не стала автоматом закрываться? Скажите мне. Ну теперь вроде бы как все. Да? Я могу здесь сделать новый. Сказать, что это белый. Такой пускай будет. Белый. Вась. Вот здесь. И сказать. Все, вот. Теперь мы возьмем этот самый крест. Вот этот. Раз. Перевернем его пару раз. Ctrl-R по оси Y на 90. Так, минус 90. Есть. Ну а теперь сверху смотрим, чтобы нам было все видно. Тогда мы ее поворачиваем вручную. Вот так. Примерно, да, тащим сюда. И видим, что нифига. Надо еще. Вверх. Угу. Хорошо. И делаем маленьким, маленьким. С какой стороны ты смотреть? Так, делаем маленький, да и все. Хоть какой. Так, поднимаем наверх. Зато видим, что это еще большой. S. Ну, так будет хорошо, я думаю. И тащим его. Смотрим здесь сверху. И потащим. Ниже. Еще надо. Сбоку не посмотришь здесь. Зараза. Наугад. И наверх. Зато. Так, и чуть меньше еще. Yes.
Готово. Но она еще не до конца. Поэтому еще раз сверху потягушки. И увеличушки. По иксу. По иксу. И так не сяк. Ну, так будет хорошо. Все отлично. Так, теперь надо... Сколько времени-то? Ух ты, как быстро время идет. Теперь нам надо сделать маркизу. Кажется, я знаю как. Мы возьмем сейчас кубик. И его сейчас сожмем. Посмотрим, как он будет к маркизе подходить. С этой стороны давайте. Так. Тянем его наверх. Ну, это большая слишком маркиза получится. Так. Поменьше, естественно. Она чуть шире окна. Но зато по высоте она меньше, конечно. Так. С по Z. Я думаю, такая будет нормальная. И по Y тоже это много. Не удержусь, напишу, наверное, ребята. Говорю, ребята, уберите эту функцию, пожалуйста, склеивания. Так. Это будет теперь S по Y. Вот так где-то. Такая должна быть маркиза, я думаю. Так. А дальше мы должны сказать объект с Original Geometry. Да, вот так. Геометрию. И вот тут интересно, мне вот показалось, что я хорошо придумал. Так, я возьму вот это ребро. И оно у меня. Вот это ребро. Нет, только ребро я хочу взять. Так. И сказать Ctrl-B. Так, оно плохо делает. Понятно почему. Потому что оно у нас гуляло, вон они, локацион и так далее. Мы сейчас все трансформацию уберем и еще раз повторим. Вот это раз, вот так, Dynas и Ctrl-R. Нет, Ctrl-B, извиняюсь. Да-да, оно уже Ctrl-B. Вот, и теперь делаем так. Делаем столько, сколько нам нужно. Окей. А вот эти две мы удалим. Это и это. Мы удаляем. Фейс удалили. Так. Можем, конечно, оставить как оно есть, но лучше сделать солидным его. Так, где у нас там вот этот солидный? Ну да, очень солидный. Сделался он солидный? Да, все. Это все, что нам нужно. Так, говорим, мы согласны. А вот тут... Чтобы разделить ее на эти полоски, всякие Ctrl-R. Сколько там полосок обычно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь где-то, да? Ну и мы сделаем вот столько, допустим. Надо, чтобы было... Так, секунду. Чтобы поровну было красных и... Так, вот мы это выберем сейчас. И вот, вот этот. Выберем и покрасим в красный цвет. Вот, видите, что он делает, свинья какая. Так, хаос, доктор Хаус. Этот.
такого же цвета получился, да? Но мы к нему сейчас добавим, скажем, это red. И действительно, скажем, red. Вот так. Окей, скажу. Теперь, когда у нас есть это дело, переходим сюда в edit. И так, этот и этот, или наоборот, лучше вот этот, этот, потом вот этот, этот и вот этот. Неправильно мы сделали, собака. Одна не подходит. Попробуем исправить. Так, то есть теперь Е. Еще одну добавим. Так будет нормально. Но она будет широкая, но мы поправимся. Так, итого. Начинаем снова. Так. Так, ну-ка. Сижен. Да, все верно. Так. Так. И тоже сбавим red. Вот. Ну а теперь надо ее приспособить туда. Так, ну-ка. Давайте мы ее сейчас сюда присобачим. Сбоку посмотрим. Да, сбоку я говорю. Что ж такое? Поехали. Уже. То есть оно должно быть где-то вот здесь примерно. Да? Ясно, что оно должно быть меньше, поэтому мы ее уменьшаем. Но объект надо set origin в геометрию поставить. Только тогда она будет правильно. Так. G по Z, понимаю. И надо сдвинуть сюда еще по X. Ну-ка. Нет, маловато. G по X. Она кривая, нет? Показалось, что она кривая. G по X. Так. И немножечко еще ее S по X. Вот так. Ну, остальное осталось раскинуть просто по этим окнам, да? И все. Так, теперь выделили. Добавили сюда цвет. Новый. Какой новый? Что вот этот? Сказать, сильно. Все, да. Все, он стал отлично. Так, что еще? Вот этот надо добавлять тоже. И скажем, потемнее, посерее туда. Так вот. Сижу. А он не выкосился. Ёлка, еще. А вот, он темнее. Вот так он стал темнее. Хорошо. Так, ну а теперь нам нужна надпись, да? Так, вроде бы уже все, но дверь еще осталось покрасить. Так, мы сейчас сделаем следующее. Возьмем вот этот, скажу. Есть. А вот это уберем. Вот это и это. Здесь просто покрасим коричневым. Там наверху еще не нужно. Так, и здесь тоже. Но не надо это. Так, только это, да?
Еще один материал. Новый. Коричневый. Ну, светло-коричневый вот такой. Есть. Ага, есть. А здесь две штуки. А теперь точно есть. Так, я вот смотрю, вот эти еще не выкрасились. Несколько штук. Почему-то. Их надо синим красить. Все. Так, надпись. Надпись должна быть еще. Я не помню, где эти надписи надо делать. Так, где они могут быть? Тексты. Здесь нет, наверное. Текстов нету. Вот. Ну, короче, тут надо еще сделать следующее. Вот эти окошки. Так, все. Кроме рам, естественно. Так. Покрасить вот этим материалом. Вот так. Ну, хотя и слишком может быть. Ну, вот так. Так будет нормально. Так, и здесь еще у нас. А эти нужно нам красить? Я думаю, что нет. Это цвета хаоса. Оп, не сработало. Цвет хаос. Не сработал. Или сработал просто тень, да? Ну, понятно. Так, о. Здесь у меня еще. Стоп. Вот этот. И этот, и этот. Так. А эти почему-то они мне перекрасились странно. Так, материал. Все. Что еще? Да, вроде бы и все. Ну, короче, осталось только надпись сделать. Сейчас я найду, как делается надпись. Мы сделаем надпись. И на этом будет всего. Сколько времени? 23. Стоп. Там недолго, если что. Так, ну я посмотрел еще тут кое-что, кроме надписи. Тут надо еще вентиляторы ставить, эти вытяжки. Здесь ручку сделать, ну, в общем, деревья поставить, газон. А, то есть это уже на следующий раз. Окей? Okay?